Вначале была лишь темнота. А в темноте родился злой дух Заал, правитель Закедерниса, подземного мира и угнетатель людей. Но из тени вышел Крейн, воин из воинов, хранитель меча Господнего. Он освободил людей и привел их к победе. Но цена победы была высока. Крейн заработал себе рану в сердце, из которой кровоточило 7 дней и 7 ночей. А сотни воинов пили его кровь. И это давало им силу. И смотрел Крейн на них и увидел, что это хорошо. И тогда он умер. Так были сотворены варвары, сыновья Крейна. Ронал Варвар.